атаку. Здесь Нелита убегает по мету Кристалла. Не получается удар здесь в этой ситуации у Нелиты как следует. А здесь папоротный желтый получается за то, что до последнего пошел Чужков и пошел извиняться. Папоротный, но папоротный абсолютно не грубый футболист здесь. Просто доиграл эпизод до конца. От этого Чужкова, конечно, не легче. Смотрим повтор. Здесь Нелита убежал здорово. Вот пробил, конечно, не слишком сильно. Но Чужков, посмотрите, какой хорош. Он среагировал уже на отскок мяча от Песка. И левой рукой дотянулся.